доброго времени суток. Я приветствую вас на канале от Татьяны с любовью. Сегодня хочу вам предложить две изумительные и совершенно разные на вкус закуски из помидор. Но все-таки у нас сейчас сезон томатов, мы уже их накрутили, уже кушаем. И вот хочется поделиться с вами теми закусками, которые нам нравятся. Конечно, это не новые закусочки. Мы уже делаем их не первый год. Но вдруг кому-то пригодится, вдруг кому-то понравится. У нас есть новички, которые, может быть, и не слышали о таком. Сейчас все расскажу и покажу. Поехали. Ингредиентов я тут, конечно, наставила много. На одну закуску, на вторую. Но потихоньку сейчас разберемся. Стол маленький у меня тут. Поэтому не так удобно. Сделаем сначала так. Для первой закуски вот я взяла вот такие помидорки. Разного цвета. Совершенно вот такие вот. Так. Мы сначала приготовим заливку. Значит, нам нужно взять лук. Довольно-таки не мелкий лучок. И вот так вот порежем полукольцами. Вот так полукольцами порежем лук. Даже не полукольцами, а четверть кольцами. Ну, потому что он большой лучок, полукольцами будет, как сказать, неудобно брать на вилочку. Потому что помидорки мы будем резать дольками. Поэтому полукольцами неудобно будет брать лук. Лук это у меня сладкий, салатный. Так, лучок мы пересыпаем в чашку. Вот сюда, вот так вот. Значит, и мы делаем сюда заливку. Нам нужно сюда 1 столовую ложку меда. Вот она у меня. Я ее сюда отправляю. Берем 1/2 чайной ложки соли. Берем красный молотый перец. Ну, по вкусу я вот немножко, вот так вот. Чуть-чуть совсем. Черный молотый перец. Я его так посыпаю. Ну, где-то примерно 1/2 чайной ложки. Может, даже чуть поменьше. Берем 1/2 чайную ложку сухого базилика. У меня базилик свой. Я вот так вот просто на руку сейчас высыплю. И вот так вот разомну. Но у вас, если нет, то 1/2 ложку сухого базилика. У меня еще базилик этот прошлогодний остался. Берем 1 столовую ложку растительного масла. Я чуть-чуть побольше добавлю. Луку немало у меня. И выдавливаем через пресс 3 зубчика чеснока. И теперь мы это должны не просто перемешать, а пожмякать. Поэтому я одеваю перчатку. И вот так вот начинаю мять лук вместе вот с медом, вот с этим совсем, с базиликом. Все перемешиваем. Вот так пожмунькали, помяли его. Теперь снова берем доску. Приготовили вот такую чашечку под помидорки и начинаем резать помидорки. Помидорки будем резать вот такими вот. Но это крупно, поэтому я вот так пополам. Вот такими кусочками, смотрите. Вот так вот я буду резать. Слой сделаю сейчас. Ну, вот так вот. Не мелкие, не крупные. Помидорки очень вкусные. Вот так сделала слой желтеньких и положила сверху вот так вот, вот эту вот нашу заливочку.
Так, теперь снова берем. Я уже возьму другого цвета томатик. Томаты крупные, вкусные, мясистые. И опять раскладываем. В этом году солнышко много. Томаты солнышком напитались. Сладкие. И опять вот так вот раскладываю. Снова сверху слой покрываем нашей заливкой. Вот так вот. Опять берем томатик. Я сейчас возьму вот такой вот сержант Пеппер. Ну просто прелесть. Это я просто влюбилась в этот томат. Я даже его сфотографировать не успела в огороде. У меня его едят прям вообще на следующий год. Обязательно он будет у меня. В моей копилке. Вот так вот сверху последнюю заправочку выложили. И прикрываем тарелочкой. Вот так немножечко вот так прижмем чуть-чуть. И поставим в холодильник на полчаса. Так, солнышко опять у нас выглянуло сильно. Светит, ничего не видно. Так, приступаем ко второй, значит, у нас. Что нам надо? Берем пучок петрушки. И мелко его шинкуем. И отправляем его в чашку. Сюда же мы отправляем одну чайную ложку горчицы, ну вот так вот не полную. Одну чайную ложку сахара, одну чайную ложку соли, 2 чайные ложки уксуса. Яблочный у меня. Можно винный любой взять. 4 столовые ложки растительного масла. Раз, два, три, 4. Пять, 6 зубчиков чеснока через чеснокодавку. Черный молотый перец. Ну, я вот так посыпаю. Ну, примерно половину чайной ложки. Все это тщательно перемешиваем. Чтобы у нас вся петрушка смочилась равномерно, чтобы все было распределено. Горчица, чесночок, соль. Вот так вот разминаем. Вы меня простите, пожалуйста, начала делать этот соус, все доделала, вот эту вот заправочку, да? Начала выкладывать уже слои в тарелку и не заметила, как у меня отключилась камера. Поэтому вот начнем мы, это уже 3-й слой у меня, сейчас заметила. То есть помидорки режем вот на такие вот дольки. Вот так вот. И выкладываем слоями. Слой помидор. И слой вот этой вот нашей заправочки. Примерно чайная ложечка, полторы. Вот так вот сверху выкладываем. И сейчас опять режем вот так вот томатик. Я стараюсь брать разных цветов. Вот снизу у меня были уже там красненькие. Сейчас вот желтенький был. Вот. То есть, чтобы это было красиво.
Вот такие примерно по 5-7 миллиметров. Опять вот так слой выложили. И сверху заправочку. Не заметила, как камера так отключилась у меня. Голову поднимаю, смотрю, а ничего уже не снимаю. Так, возьмем сейчас вот такой вот томатик. Его я просто вот так вот дольками не буду разрезать. Такая закуска очень хорошо на бутерброды. Прямо вот берешь вот так томатики на бутербродик. Очень вкусно. Так, еще кладем сверху. Где не попало, ничего страшного. Мы сейчас поставим, прижмем ее тарелочкой. И хорошо распределится. Ну и все, последний слой сейчас доделаем. Верхний. Вот так вот. И сверху выкладываем остатки нашей заправочки. Сейчас возьмем тарелочку. Вот так вот прижмем. И поставим сюда небольшой груз. Вот так вот пол-литровой банки будет достаточно. И отправляем на полчаса в холодильник. Вот такие вот две изумительные просто на вкус закуски у нас получились. Это медовая, сладенькая, помидорки такие вкусные, нежные. Смотрите, это просто вообще прелесть. Обязательно попробуйте, они вкусные, сладкие томатики получаются. А эти получаются такие пикантные, остренькие. Их можно прекрасно взять вот так вот на бутербродик. И, пожалуйста, со своим хлебушком, с ароматным. Это вообще просто ум отъешь. Это очень вкусно. Я сегодня буду на ужин готовить пюре с жареной рыбой. Поэтому эти закуски прекрасно мне подойдут. Приятного аппетита! Как сами могли убедиться, готовятся мгновенно. Просто и очень быстро. Продукты... Ну, у всех есть, конечно, в доме. Помидоры сейчас свежие, сочные. Но обязательно приготовьте такие закуски, и ваши домашние вас отблагодарят. Если вам нравится, как я готовлю, как с вами общаюсь, то посоветуйте меня своим родным и знакомым. Пусть они подпишутся и поддержат мой канал. Если понравился рецепт, то ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий. А я, как всегда, желаю вам всего самого хорошего и доброго. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока.